Ну, для меня это прежде всего означает ответственность большую. Это самое главное. Потому что, когда я приезжал сюда на неделю или сделать программу, это одна профессия, можно сказать. Главный дирижер — это другая профессия. И я постараюсь приложить весь свой опыт для того, чтобы результат этой работы был взаимно полезен, во-первых, был высоким, и чтобы мое присутствие здесь привело к движению оркестра наверх. Я бы на первое место поставил доверие. Доверие музыкантов к оркестру, к дирижеру, и доверие дирижера к музыкантам — это, наверное, самое важное. Потому что какие бы ты умные слова или правильные ни говорил, если музыканты тебе не верят, то они никогда этого не будут делать. И я счастлив, что с оркестром Болгарского радио у меня подобное доверие возникло буквально с первого моего приезда сюда и последующие визиты. Атмосфера нашей работы всегда была необыкновенно теплой и доверительной. В нашей работе никогда не бывает остановки. Всегда можно лучше. Нет предела, когда можно остановиться и сказать: вот, это уже хорошо. Так не может быть. И всегда есть куда стремиться. И наша работа, она отчасти напоминает сизифов труд. Этот камень нужно все время толкать наверх. И так продолжается всю жизнь, и так будет всю жизнь, потому что смысл или характер нашей работы таков, что достичь идеала невозможно, но его нужно достичь. Я буду очень рад видеть много публики на наших концертах. В зале «Болгария» — это один из самых любимых мест в моей жизни, в которых я бывал. Потому что это необыкновенно теплая атмосфера и необыкновенно теплая публика, и всегда очень хорошо принимает. И, надо сказать, публика довольно подготовленная и высокообразованная. У вас есть возможность слушать много. В Софии много оркестров, много концертов проходит. И нам участвовать в этой конкуренции, для нас это и интересно, и почетно. И, конечно, мы должны быть лучшими, и это наша главная цель. Поэтому приходите на наши концерты. Мы постараемся сделать их максимально интересными и привлекательными для всех людей. У нас нет в репертуаре в наших концертах нет никаких ограничений, нет никаких пристрастий, предпочтений. То есть сезон составлен так, что максимальное количество публики найдет что-то интересное. Все найдут что-то интересное в наших концертах. И мы будем очень рады всех видеть в зале «Болгария».